Всем привет, друзья, это канал Масалим. В работе у нас Шкода Октавия, делаем жидкие подкрылки. Так вот выглядит обработан подкрылок. Видите, все нанесли сплошным ковром. Вот, толщина его достигает 4 мм. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, и будем собирать. Ну а пока ждем, мы клеим такой вот шумопоглощающий материал двойной. Толщина его 4 мм, в подарок на штатный локер, напоминаю, клеим мы его. Вот. Ну и вкратце покажу, как работает данный подкрылок на примере колокольчика. Вот у нас справа голый, слева обработан. Сами можете услышать разницу. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал.